Доброго утра! У нас почти 9, и мы сейчас выехали на прививку, потому что Афоньке завтра в садик. В общем, нам надо сделать манту прививку Афоне и Антоше. Вот сейчас мы, правда, без записи, потому что сегодня я представляю, сколько там будет народу за справками в детский сад. Просто ужас. И поэтому не записывали даже. Да, Антоше нужно к школе. Ну, вообще, по плану манту делать. Поэтому мы выехали. Сейчас мы по кочкам потрясемся. Ну да. Все, мы выходим. Сделали манту. Антоха вообще не плакал. Афоня чуть заплакал. Он не чуть-чуть заплакал. Ты сильно заплакал? Да. Мы уже дома. Я купила детям пирожков, что у нас давно не было. С картошкой и с капустой были 12 рублей. Стоят, и они такие прям достаточно большие. Вот, и каша была на завтрак, Антоха вообще не поел, Афоня съел половину, с малиной и с белым шоколадом. Что? А ты что-нибудь поймал? Нет, я просто успокоился. Да? А я сейчас буду суп варить, наконец, со вчерашнего бульона, вот сейчас его заново закипятила, суп с вермишелью будет. Пока я варю суп, Григорий мне тут читает. Потому что мы уже сколько, 2 месяца прогуляли, ничего не делали. Вот сегодня начнем читать. Ничего не делали? Ну, один разок мы что-то делали, да? И все. Ну, сначала каникулы. Ну, действительно, 2 месяца погуляли, теперь 15 минут читаем. Потом еще попишем чуть-чуть. Да, и математику. А второй день раз читаю, второй день пишем. Да. Нет, когда нету, мы же как договорились, когда нет английского, завтра вот у тебя английский. Тебе а надо... же сегодня вам в 6, я же не должен опаздывать. А ты же сегодня пойдешь? Ты сам, что ли? Я сегодня иду, я сам. Да, муж на велике. Да-да-да-да-да-да. Тогда Абрам тоже сам. Угу. Я супчик варю, в общем, здесь уже все забросила, кроме вермишели. Морковка, картошка, лук, немного чесночка. Купила вот такую... вермишель за 25, что ли, рублей. Несмотря на то, что тут 5-8 минут варить, но я все-таки ее закину в самом конце и выключу. И это. Ты бы лучше доширака. Гриш, пожалуйста, перенесите банки и выключу сразу, потому что боюсь, что превратится суп в кашу. Я делаю Антохе чай. У нас уже почти 5 часов. Антошке что-то захотелось чаю, да, сына? Не хочешь? Хочешь? Ищешь. Пряники, которые мы вчера делали, их же уже все съели, сынок. Ты хотел чай со своими пряниками? Ты с другими не будешь, сынок. Смотри, сколько там еще печенья. У нас такой ветерок поднялся. Прям такой заметненький. Не знаю, что он нам принесет. А? Тут Григорий собирается ехать на велосипеде. Да ты все себе на плечи-то вешай. Зачем ты? Сразу вешай на плечи и езжай. Давай аккуратно, не спеша переходи дорогу, ладно? Ты ж слазь с велосипеда и переходи, хорошо? Не переезжай. Понял? Я понял, что эти правила не соблюдаются. Гриша, давай тогда лучше я тебя отвезу. Все, сынуль, давай, я тебя жду дома. Я на огороде дорвала 4 пучка петрушки, там до ровного счета не хватало. И сейчас иду кушать. Сейчас буду делать себе салатик, помидоры, огурцы. И включила, блин, слушайте, сейчас я не понимаю, на всех каналах, что ли, ДНК делают. Я даже не знала, уже и на НТВ делают ДНК. Мне кажется, везде, где не лень. Ура, салат готов. Я добавляю сюда вместо соли соевый соус. Прям заливаю буквально 2-3 столовые ложки.
пироги со сметаной, вообще соевый соус со сметана. Мне кажется, такое классное сочетание. Сейчас еще добавлю семена льна. Вот их достану. Их нужно прям на видное место поставить. Ау. Вот они. В такой красивой баночке. Грех их не поставить на видное место. Оно не открывается одной рукой. Все, открыла семена льна. Немного прям, ну, если это можно сказать, немного, ну, добавляю. В общем, сколько насыпалось, столько и будет. И все, сейчас хорошо все вымешаю. Соевый соус, семена льна и сметана. Просто супер ужин. И немного супа сейчас поем. У нас сейчас супер неожиданное завершение вечера. Мы едем в Голый Повар. Я так рада, потому что, как вы помните, у нас было недавно день свадьбы. Мы никак его не отмечали. Все были заняты какими-то своими делами. Причем каждый из нас по отдельности. И вот сегодня мы будем на свидании со всей нашей семьей. Мужчины мои уже выехали, даже бороду закрыли, хотя это всегда была моя работа. В общем, я, как всегда, позже всех выхожу. Едем уже. Решили ехать через мост, потому что тут на кольце, на витамине, прям пробочка. Ну, наверное, из этого поезда, да, что проходил, столкнулся. А вот тут горит светофор красный. Нам надо куда, пап? 40 лет? А ты знаешь, что это будет? Короче, мы же в Голый Повар на 40 лет победы. Ехали, ехали, наконец приехали. А света нет. Повар, а света нет, представляете? Мы в шоке. И вон там все сидят в ресторане. Че, мы поедем в рис? Или будем ждать света? Светы нету! Светы нету в Голом Поваре. Я не так хотел гамбургер. Но светы нету, да? А что, в рисе ты думаешь, что ли? В рисе там все светилось. Нет, ты думаешь, что ли, гамбургер? Ну как там теперь туда приехать? Включить навигатор, может? Включить? Ну? Включить навигатор. Заехали в какой-то вот сюда вот, ну, райончик, клетка, развернуться. Да. Ага, а футбол. Детский лабиринт или с футбол там играют? А, футбол, ага. В общем, такой классный прям этот. Это, не знаю, где это Восточно-Кругляковская, да, где-то? Такой интересный район. Сначала вот с этой стороны мне показалось не очень, но там такая зеленая зона, красивая площадка детская. И вот, короче, здесь вот тоже. Мы включили навигатор, чтобы с этой зоны выехать. Да, потому что мы думали сейчас так быстренько, но там столько зеленых этих газончиков, что мы-то не будем на них ездить. Да, с ней там машина. Ну, в общем, красиво тут, красиво. Тут светофор не работает. Это Восточно-Кругляковская, 40 беды, да? И вообще. Ой, меня же это, слава богу, повернули. Так, а теперь смотрим, как работает ресторан «Рис». Вот он на углу. Только как к нему подъехать? Да. Какой-то он, блин, я не знаю, там с тремя детьми нормально туда ходить? Мама, типа тут каждый чай. А вон Вкуснолюба, вон рядышком ларёчек маленький. Так что, так всё поедем? Да поехали дальше, да. Там мне не нравится, что там так темно. Да, мне тоже не нравится. Как вот тогда, мы засыпали там, да, пока ждали, еще что там принесут. Не, можно сейчас по 40 лет победы вот так вот поехать. Давай, поехали. Билайн, Билайн, Алкотека и Хлебница в Глори Джинс. Тут еще Теле 2. Цветочный бутик, деньги в руки. Мне нравятся Apple значки в таких ларечках. В которых деньги в руки.
Да-да-да, тут куча-куча таких ларёчков. Убима называется какая-то. Убила. Убила? Кого? Деньги, купи айфон, потом... Потом убила. А это Табрис. Может, Табрис? Потом гробы. Давай, круто, ну сейчас хочешь? Мы там? Ну, поехали дальше. В дворе просто ходить по магазину. Да. Моей молодости это Зиповская и Московская. Я тут садилась на трамвай. А это твоя старость, ярмарка Прикубанская. Да, а здесь рынок же всегда был, но сейчас, видишь, уже ярмарка, его как бы отписали, сельскохозяйственная ярмарка. Ну правильно, на рынке вроде цены такие нельзя, а в ярмарке можно бахать в три. Здорово. Причем здесь свадебные букеты еще продают. А вдруг кто не успел? Это, в общем, моя... Вот тоже Табрис. Мы сюда ходили с Олей. Это вот, когда надо шикануть было, то мы сюда ходили в Табрис. Шикануть. Шикануть. Ну, ох, потому вы что... шиканутые. Шиканутые. Вот. А сюда вот это будет сейчас скоро конечная трамвай. Ну, такое кольцо. Не скоро, вот там вот три. Ну, мы до него не доедем же, да? Не, а мы можем тут переезжать, да? Конечно. Ты видела знак разворота? А, я не видела. Трамвай ты видел? Ой, сейчас будем ехать по Зиповской улице, я хоть колледж свой посмотрю. Да, по Зиповской же поедем? Да, да. Давай. А какой листочек постригли, да? Что-то я его не поймал, он или на остановку, просто так. Поворачиваем на Зиповскую, и что мы видим? Я тут уже давно не ходила. Тут, говорят, тут даже пишут, здесь уже что-то построили. Домов тут не было, вот этих вот. 15 лет назад. Ну, ларёчки же были. А, ну да, да, да. Ну, еды, вот это чехлов, здесь ничего не было. Я даже не помню, как тут было точно. Ну нет, вот этих магазинчиков тут не было. Вот колледж Краснодарского электронного приборостроения, да, вот КПП, короче, так все и было. СИП. А рядом МСИТ. Вот, гля, тут корпуса, корпуса нет, МСИТ, институт чего-то там. МСИТ. Маркетинга и чего-то там. И тут же еще выставочный комплекс же был. Мы сюда ходили на выставки, особенно когда дегустация алко. Там алкогольная продукция. Ой, я представляю, и дегустация. Какие-то... Ты понимаешь, ты в 17 лет бежишь в припрыжку, прогуливая пары. А вот это что такое? Ой, я не знаю, что-то очень красиво. А, это Патрик и Мария. Ой, тут такая красота и вкуснота. Давай заедем? Только до скольки? Ну, сейчас. Давай, давай, быстро. Да, надо просто... Что-то они так все заносят, да? Надо почитать просто. Сейчас пойдем в Патрик и Мария. Пойдем? Ой, да ладно, приехали. Вам нравится? Гляньте тут, какие весельки. На третий этаж. В общем, Патрик и Мари закрывается. Закрылась уже вот до 10, ну, да, получается? И мы едем дальше. Это вот завод же был же сам Зиповский. Был? Ну да, сейчас видишь, там какой-то в нем открылся караоке-холл в заводе, где раньше... Где раньше делали фонари. Тут раньше кухни были, вот тут уже фикс прайс. Тут, я помню, кухни от Марии, что-то такое. Фиг вам с кухнями. Супермаркет. Раньше тут мы печатали эти, распечатывали все. Еще раньше с дискет же это все было, а не с флешек. Дискету приносишь, на которой 3,14, по-моему, да? Сколько там хранилось информации, мегабайта можно было скинуть. Вот, а сейчас мы будем на Зиповскую. А куда мы едем? Обратно туда, направо? Ну, куда? Короче, риса мы не поели, идем в макароны. Макароны кто будет? Риса нету. А здесь еще рядом с полплощадкой. Макароны просвоченные, голодный повар, денег не хватило. Голый повар. За свет заплатили. Лоф, это зарядка, да? Какая? Или что это за лоф? Это просто лоф написано. А, нет, я думала, то бывают такие, знаешь, это как в СБС, чисто для зарядки телефонов сидишь. Пойдем в макароны. Мама, я же говорю, сейчас все... А, лифт есть, да? Модно, мам, делать это. Или пойдем по ступенькам? Заикаю.
Без фанатизма? Четвертый, да? Я не знаю, макароны вот четвертый этаж, да. А то все фитнес, но мы не идем в фитнес. Мы вниз будем спускаться. Мы не ищем легких путей, да? А я хочу. Фитнес? Ух ты. Аккуратно. Авторские торты в макаронах. Короче, тут все очень круто. Здесь и шести. Да? Меньше, чем нет. Плохо. Я ничего с собой даже не взяла. Так, смотрим меню. Ну, по ценам вполне себе даже нормально. Да, филе желтохвоста. Кто такой желтохвост? Это желтохвост. А ты что будешь, Афонь? Афонь, что ты будешь? Афонь? Бургер? Бургер? Все, мы все заказали, теперь ждем. За окном вот эта вот надпись «Красная площадь» видна. Столько цветочков. Да? Афонька, а тебе нравится? Только... Ну не надо, Гриш, мне не нравится. И я буду с банки, да? Трубочки, это у кого какая лодка, что ли? Вдруг сразу. Спасибо. Да, понятно. Да, как красиво. Вы только не да, знаю. Закусывать, запивать, вернее, закусывать. Как тебе, Афонь? Ну, тебя нам нельзя пробовать. Угу. А у тебя нам нельзя, да? Спасибо. Ой, глянь, как все красиво. Гришка аж скривился. А мне так нравится с виду этот салатик с осьминогом. Нормально? Так дети ждут бургеры. Сейчас я Афоне подам. А, ты пиццу, да? Да, я пиццу. Вот так. Бургер, я снимаю. Можно попробовать? А, у меня же такое уже. А картошка фри, это ты отдельно ее заказывала или она туда же входит? В общем, гамбургер очень вкусный, мы только из него перчики, вот халапеньо эти достали. Ну, говорите за себя. Ну да, папа со своего не доставал, но я как откусила, как раз пол перца, мне так жгло все во рту, думаю, как же мой это ребенок-то все будет есть. Но нет, мы все выбрали, Гриша тоже, ты выбрал перец острый, да? Гриша вообще его разобрал. Разобрал, надо было все. А Антошка ждет свою пиццу карбонару. Я уже сейчас съем. Я теперь стейк с лососем, а у папы черная паста. Черные макароны с лососем тоже и красной икрой. А Антоха все еще ждет свою пиццу карбонару. У меня тут еще три макарона малиновых. Буду пробовать. Вот да. Вот мы все с макарон выезжаем. Мама, тут, наверное, специально сделали, чтобы, знаешь, сначала поел, потом пошел это все сбросить. Да, позанимался, да? Пока макароны!